рассказывай. Ну давай, давай. Абайкус. Ага. Абайкус. Как там начало было? Начало, блядь. Выучи нормально, потом подходи, ё-моё. Пап, чаттадым. Чаттадымба? Да. Давай. Абай, кыз. Ой. Какой кыз, блядь? Кыз, иди учи, ё-моё. Давай. Абай, кыз. Сурк болт, цусу, каптай таспан. Кыз болып, дым. Учи, блядь. Чё ты, твоя мать, один стих не можешь, что ли, целый день выучить, а? Давай говори быстрее. Сурк болт, цусу. Сурк болт, цусу, каптай таспан. Кичвар, блядь, тупой, ё-моё, нағашыларына тартқан кичвар бар. Со своим сурбултом, блядь. Сурбул, иди отсюда, не говори. Иди завтра выучишь. Сурбул. Я не поняла, почему в журнале звонков какой-то номер телефона, ты звонишь, тебе звонит весь день что-то. И на аватарке смотрю, молодая тёлка-то. А, это девчонка, мы на собеседование приглашали с Мирханом вдвоём. Вот, хочешь, позвоню, подтвердит он. Хочешь? Звони. Алло, Мирхан, салам алейкум. Мирхан, помнишь, мы на девчонку одну Самал звали на собеседование? Что за Самал? Какая Самал, не понял. Да, вот эта девчонка, да, такая. Симпатичная была, да, ты сразу сказал, давай ебать. Что за роль? Не могу понять, мы же давно фильмы не снимаем, брат. Что случилось? Да вот крашеные волосы, просто я Данке объясню, она не верит мне. А, ты спалился, да, походу, да? Тебе надо там подъезжать, типа, знаю ее, да? Короче, я сейчас Данке трубку передам, ты объясни, подтверди, ладно? Давай. Алло, привет. Девчонка одна там к нам на кассе. Мирхан, давай сделаем так. Смотри, если это правда, то я не расскажу Айгерим, что видела тебя в кинотеатре с другой тёлкой. Но если это неправда, то просто положи трубку. Всё, давай, брат. Её мать видела, да? Видела, как пацаны прощаются, нормально. Ну, они по-любому братские отношения, да? Родные они, наверное. Ну, у нас тоже братские отношения. Давай так же будем прощаться, хорошо? С универом мы, да? Ну, считаем. Здороваться так же в щечку. Давай целовать, как все пацаны. Нет? Ну, давай. Давай. Су. Ладно, я поехал тогда. Тоже? Все, мне, да? Тоже ехать надо. Все, давай это. Да. Давай по-старому, а? Давай по-старому. Все, давай. Все, тем более коронавирус, да? Тем более. Все, ну, давай, хорошо. Чуть изо рта возьмем. Друзья, всем привет. Сегодня 11-й день карантина, время 2 часа 44 минуты. Я очень волнуюсь, сейчас иду выносить мусор. Счастье полные штаны. Даже переживаю немножко. Пожелайте мне удачи. Чуть не забыл. Ну все, я готов. Ha 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 ha!